Through a lifetime spent in the pursuit of knowledge, one question consumed me. How did our world come to be? The old ones perished 1,000 years ago, triggering the extinction of all life. She showed me how it was reborn. A little outcast girl, ignorant of her own importance. Through her, I learned that life was only saved through a technological miracle. Zero Dawn. A terraforming system composed of 9 subordinate functions. Each playing its part to reshape Earth from a barren rock to a lush landscape. Tended and protected by the machines. And with her, I learned the deepest secret of them all. The secret of her birth. That she is a clone of Elizabeth Subek, Zero Dawn's creator. Born to prevent a new extinction. Driven by Hades, a malevolent AI. Given sentience by a mysterious signal of unknown origin. And with a little help from me. She prevailed in a great battle at the city of Meridian, becoming a champion for all humankind. But as useful as she has been, now I must leave her behind. For as she strives to put right what Hades sundered, I have made a new discovery. One that heralds both destruction and opportunity.
Я не успеваю, Элизабет. Земля гибнет. Люди страдают. Скоро начнется голод. Твоя система терраформирования пошла в разнос. И только я могу все исправить. Только во мне живы твои гены. Скоро мы достигнем критической точки. И тогда мы вымрем. Я много месяцев искала то, что мне нужно. Копию Геи, управляющего искусственного интеллекта. Но ни одна зацепка не привела меня к цели. Каждую ночь я вижу один и тот же сон. Я иду под сияющим звездным небом, по цветущему полю. И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла 1000 лет назад, но ты близка мне, как родная мать. И на мгновение я счастлива. Но ненадолго. Я всегда остаюсь одна. Ты спасла этот мир для нас, Элизабет. И я не брошу его в беде. Моя последняя зацепка ведет в эту долину. Я должна найти копию Геи. И я сделаю для этого все. Обещаю. Вару? Да это же Элой, спасительница Меридиана, избранная Нора. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну... Считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да. Но праздник был в твою честь. К слову. Что ж, какое у нас дело? Раз ты сбежала, значит важное. Нам надо лезть в руины? Или пытаться справиться с порчей? И то, и другое, но я должна... Ну нет. Я долго тебя искал. Послушай, после всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что? Я пойду за тобой. Мы теперь связаны. Ясно. Но если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я. Визор? Я и не надеялся видеть, как ты. Потом дам еще один и покажу, как делать копию данных. Данных?
Информации в устройстве нужно много объяснить. Сделаю это по дороге. И ты всегда вот так видишь? Да, с самого детства. Давай. Идем. Что ж, по пути сюда я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. Это будет первый урок обращения с визором. Согласен. Давай начнем. Растения здесь не такие, как в священной земле. Визор покажет те, что нам нужны. Вон там. Те, что растут у ручья, подойдут. Ага, зато сразу становится лучше. Ладно, идем дальше. Можно собрать еще растений по пути? Да, хорошая мысль. Снова порча. Она повсюду. Вон руины. Куда нам и надо? Не знаю, кто протянул тут веревки, но по ним можно спуститься. Копию. Искусственный интеллект. Сложно объяснить. Считай, что это... набор действий, которые могут все исправить. Очень серьезно. Ты, я смотрю, путешествуешь налегке. Да.
угодила в беду по пути сюда и лишилась уши. Собирают детали машин, как всегда. И след простыл. Они бросили корпус машины. В той машине куча стрел. Взгляну поближе. Машина подбита совсем недавно. Кому еще тут охотиться? Не знаю, но стоит изготовить стрелы. Впереди может ждать опасность. Там древесник у ручья. Ладно, надо изготовить стрелы. Там лестница, но отсюда до нее не достать. Точно пущенная стрела всегда поможет. Нужно только прицелиться. Готово. И у меня стрелы готовы. Замок так просто не возьмешь, да? Нужно выстрелить в полную силу. Готово. Ты первая. Что здесь было раньше? Не знаю. В пакете данных, в этом сообщении, что я нашла, не уточнялось. Только что копия может быть здесь. Надо как-то попасть внутрь. Что было в Меридиане, когда я ушла? Когда все поняли, что тебя нет, начался переполох. Но потом кое-кто из нас понял. Раз ты ушла, значит, так надо. И вы были правы. Кажется, тут мы не пройдем. Давай вниз. Давай в траву. Никогда таких не видел. Я тоже. Те машины были в состоянии тревоги. Как мы с ним справимся? Визор поможет. Перед тем, как напасть, стоит его просканировать. Ладно. Сейчас. Так, видишь, некоторые детали светятся. Это слабые места. Ясно. Так, сконцентрируйся.
еще один. Нашла что-нибудь? Чуток припасов. Все это знает. Он считывает данные с машин. Как охотник, изучающий добычу? Ага, вроде того. А когда кончился переполох, чем занялись остальные? Ну, как только закончилось празднование, моя мать повела Нора домой. Второе солнце отправило людей восстанавливать город. А я пошел в спасибо. Вижу еще лестницу. Похоже, застрял. Готово. Ты говорила, что нашла визор еще ребенка? Да, он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. В пусковом комплексе дальнего зенита. Не переживай. Дальний зенит. Они менялись технологиями с новым рассветом. Но откуда у них копия Геи? Не переживай. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают вас подойти. Кажется, вы можете... Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Фу, что это за вонь? Весь лагерь разрушен. Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало сверху. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Надо осмотреть завалы в той расщелине. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел. Похоже, это какое-то изобретение Азирам. Этот крюк может цепляться за что-то. А механизм его притягивает. Оно сломано, но, может, мы его починим? Зацепим за обломки? И притянем. Попробуем. А визор поможет найти в лагере детали для починки устройства.
Визор обнаружил пару интересных вещей. Бедняга. Кислота прожгла его броню. Кабель машины прочнее веревки. Деталь машины пригодится для починки. Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. А может, даже для улучшения. Воспользуйся верстаком. Крюкохват готов. Теперь надо его испытать. Чем я думала. Да, не похоже, что отсюда будет легко выбраться. Просканирую местность. Надо найти путь дальше. О, а это что такое? Ого. Доброе утро. Я Освальд Дальгард. И я рад представить вам проект... Дальний зенит. Что бы вы ни слышали о наших целях, они предельно просты. Наш девиз – добраться до звезд, даже если придется пересечь почти 9 световых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Интересно, что в этом общем зале? Мы скоро узнаем. Может, сумею забраться туда? Я что-то делаю не так. Ого! Получилось! Крюкохват – полезная штука.
Жаль, что он всего один. Не переживай, я найду тебе путь наверх. Надо скинуть лестницу в Арлу. Принимай в Арлу. Спасибо. Сапиенс. Мы всегда преодолевали границы, исследовали, прокладывали новые пути. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а дальний зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Когда корабль будет готов, мы пошлем Одиссею с ее экипажем туда, где люди еще не бывали. В систему Сириуса. Там мы создадим первую звездную колонию. Одиссее понадобится 300 лет, чтобы добраться. Но, глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути. И, как говорил наш основатель Питер Чивумбе, истинное бессмертие заключается... Данные повреждены. Конец просмотра. Предтечи могли летать по небу? Между звездами? Да, вроде как. Тот корабль... Одиссея так и не долетел до звезд. Что-то пошло не так. Он взорвался. Поэтому Элизабет отдала им копию Геи. Для колонии? Ошибка. Данные презентации повреждены. Доступен файл набора участников. Активировать его? Да, активируй. Посмотрим, что еще они расскажут. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика. Новые инфекции. Бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в дальнем зените считаем. Не надо ее ждать. Мы полетим к звездам. Мы показали вам, что создаем тут. Площадку для восстановления Одиссеи. Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее. Живите так, как привыкли, вдали от земных проблем. Что ж, это правда был конец света. Но они не знали, какой. Значит, все, что они тогда говорили про новый скачок в будущее, это была ложь. Этих людей заботило только спасение своей шкуры. Ну, да.
В итоге у них ничего не вышло. Этот Освальд упоминал центр данных. Вот, копия данных. Она должна быть там. Переплыть не получится. Значит, найдем путь в обход. Идем. Все не верю, что тут течь умели летать. Они много чего умели. И хорошего, и плохого. Это уж точно. Интересно, кого? Показушница. Идем дальше в жуткие руины. Наверху. Что это за штука? Я всегда настороже. Наверх. Осторожно, они не должны вызвать на помощь подземных друзей. Левая твоя, а я займусь той, что справа. Ладно. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Так, вот и его маршрут. Подберусь поближе. Главное, незаметно. Проклятье, заметили! На подходе. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Так, вот и его маршрут. Подберусь поближе. Главное, незаметно. Можно отвлечь ее, бросив камень. И заманить туда, где я смогу подкрасться и убить. Надо только их нужно выбрать на меня. Пора бросать. Проклятье, заметили! С помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Я на месте. По твоей команде. Можно отвлечь ее, бросив камень. И заманить туда, где я смогу подкрасться и ударить. Надо только верно выбрать момент.
Проклятье, заметили! На подходе. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Я на месте. По твоей команде. Можно отвлечь ее, бросив камень. И за момент туда, где я смогу подкрасться и убивать. Надо только верно выбрать момент. Пора бросаться. Нет. А теперь можно вырубить ее ударом копья. Моя готова. Впереди еще машины. Мы с тобой справимся. Все. Кстати, я тут заметила, ты решил немного сменить стиль. Да, все никак не успевал побриться. Торопился найти тебя. Не переживай, это не навсегда. Хорошо. Прости, что смутил тебя усиками, избранная. Похоже, этот малыш попался в ловушку порчи и не выбрался. Надеюсь, он не мучился.
Похоже, Азерам использовали взрывчатку против машин. Им удалось парочку завалить. Похоже, там было заграждение, и машины его прорвали. Потом пригодится. Похоже, Азерам не успели им воспользоваться. Осторожно, ловушки.